Эта железнодорожная водонапорная башня 1905 года постройки давно не используется по назначению собственником Калининградской железной дорогой. Инженерное сооружение признано объектом культурного наследия регионального значения. Но, несмотря на статус, 18-метровая башня в плачевном состоянии. От нее уже откалываются куски конструкции, и жители соседнего жилого дома построили специальный защитный экран. Неравнодушные жители Балтийска считают, что если бы башню отреставрировали, она могла бы стать туристической достопримечательностью города. Они написали жалобы в службу охраны памятников. Башня могла бы служить действительно украшением нашего города, поскольку достаточно уникальную архитектуру имеет. На сегодняшний день башне угрожает просто полное разрушение, и мы потеряем этот объект безвозвратно. Железнодорожники говорят, башня им не нужна ни для технологических процессов управления движением, ни для технических целей. Железная дорога много раз предлагала безвозмездно передать башню муниципальным властям Балтийска, однако те отказались, ведь тогда придется искать в муниципальном бюджете средства на ее реставрацию. Если в таком виде башню принять на баланс города, то эти затраты лягут на бюджет, который и без того, скажем, не такой богатый. Служба охраны памятников выдала предписание РЖД реставрировать принадлежащую ей водонапорную башню до конца текущего года. Но железнодорожники ответили, что работы будут проведены только при наличии финансирования. Калининградский областной суд оштрафовал ОАО РЖД на 100 тысяч рублей за ненадлежащее использование исторического объекта. Однако железная дорога намерена обжаловать это решение.